Что мы падшие души, в этом мы можем быть абсолютно уверены. And that Krishna is infinitely merciful and inclined towards the fallen. И что Кришна бесконечно милостив и благосклонен к падшим душам. So, if we'll, against the current of all circumstances, be true to the lotus feet of Guru and Vaishnava Seva, we can expect that Krishna will be merciful to us. И если, даже будучи помещенными в неблагоприятные обстоятельства благодаря нашей карме, но если мы при этом сохраняем свою преданность, свою верность лотосным стопам Шрилы Гурудева и Кришны, то мы можем быть уверены, что Кришна будет милостив к нам. That's also Mahaprabhu's prayer. И также об этом молился Махапрабху. And that Ainanda Tununja Kinkram Patitamam Vishame Bhavam Budho. I am a fallen soul, even though I'm Krishna Das, the eternal servant of Krishna, somehow or other I've fallen into this ocean of Maya. Махапрабху молился, даже несмотря на то, что являюсь Кришна Дасом, вечным слугой Кришны, так или иначе я опустился и пал в этот океан рождения и смерти в Майю. But Kripaya Tavapada Pankaja Stita Duli Sadrushim Vichintaya. But please be merciful to me and give me even an atomic presence in your plane of dedication. Но, пожалуйста, будь милостив ко мне и позволь мне присутствовать хотя бы былинкой в области преданности тебе, в мире преданности тебе. Yeah. I have a question of you. That a story I heard from Swami Maharaj once about the there was a flood and there was one horse and one scorpion. He said to that horse, he said, please take me to the other side of the river. And the horse said to him, what are you crazy? If I take you, you'll bite me. And he said, use your head. You know, if you take me across and I bite you, then both of us die. Right? Yes. So they're going across, the horse thinks about it and he says, yeah, he's right. So the horse taking him across the river, and in the middle, the scorpion bites him. Mm-hmm. And they're both drowning. He says, why do you do that? This is my nature. So, and your question? The question she's saying about destiny, free will, and also mercy. Yes. Someone can take to the path of mercy, and free will can be there. But what about the fact of somebody's previous bad nature or bad habits again coming out and influencing? Джанардана Махарадж говорит, что у меня есть вопрос к Госвами Махараджу. Однажды я слышал от Шрилы Прабхупады, от Бхактивинода Госвами Прабхупады, такую историю о лошади, которая стояла на берегу реки, и скорпионе. И этот скорпион предложил ей, сказал, что пожалуйста, перевези меня, помоги мне перебраться на ту сторону реки. Ну, лошадь отвечала, но как же, ведь если ты меня укусишь, то мы оба погибнем, если ты укусишь меня посередине реки. Но так или иначе, лошадь согласилась перевести скорпиона, он сел ей на спину, они поплыли, но на середине реки скорпион ужалил лошадь. И вопрос в том, что лошадь спросила, ну почему же ты ужалил меня? Скорпион сказал, ну что я могу поделать, такова моя природа. И вопрос в том, что... Тут говорилось о факторах свободной воли, судьбы и милости, но также есть такое понятие, как предыдущая карма. И что мы можем поделать, если у нас осталось очень много плохих привычек из прошлого, и они мешают нам вести себя должным образом? Sometimes Guru Maharaj mentioned that I cannot recall perhaps Ramanuja or Madhva line. They say you can overcome everything. Except the body that you have in this life, that you won't be able to change, but you'll overcome everything before that. And Guru Maharaj said, but we are not of that opinion. In other words, that nature that you've acquired in this life, that can also be overcome. И Гуру Махарадж говорил,
что в какой-то из линий преемственности у Рамануджа-ачарьи или у Мадхва-ачарьи есть такое утверждение, что можно превзойти все, что угодно, можно преодолеть все, что угодно, кроме того тела, которое мы получили в этой жизни, оно останется с нами навсегда. И Гуру Махарадж говорил, что мы не придерживаемся этого мнения. Мы считаем, что даже это тело можно изменить. Because as Guru Maharaj always like to say, quoting Hegel, reality is for itself and by itself. И Гуру Махарадж говорил, что тем не менее, мы можем изменить даже себя, даже собственное умонастроение. Krishna exists to fulfill his own purpose. Кришна существует для того, чтобы достигать своих собственных целей. So in one sloka of Rupa Goswami, perhaps, what is his name? I forget the name, but where he says, Akrishti kritachetasam sumanasam uchchatanam changhasam achchandalam amukaloka sulabo Vasyascha mukti sriya, no diksham, nacha satkriyam, na purushcharjam manag ikshate, mantroyam rasana sprigeva palati, Shri Krishna nam atmaka. Shri Krishna nam, regardless of the soil that Shri Krishna nam enters, he springs out. И в одной шлоке Рупа Госвами говорит о том, что независимо от того, в какую почву попадает имя Кришны, оно прорастает в этой почве. So, no, purushcharja, there's no prerequisite. Поэтому нет никаких предварительных требований. That first you must get rid of this particular nature or dispense with this type of characteristic or activities. Krishna nam has his own purpose to fulfill, and regardless of the condition of the soil, he will spring out. Нет таких требований, как сначала нужно избавиться от той или иной природы или от тех или иных привычек. Имя Кришны настолько могущественно, что оно прорастет и даст плод, находясь в любой почве. Стане стита шрутигатам танубан мановги. Whatever the situation is, at whatever stage you come in connection with this, our substantial wealth begins when we hear Krishna conception from the Vaishnava. And we're told the Vaishnava is sparsha money. Touchstone. So we can expect by the association of a substantial Vaishnava that even our very nature will become transformed. Yasyasti bhaktir bhagavata kinchana sarvai gunais tatra samasate sura. Through the association of the Vaishnava, then gradually all good qualities will manifest, and by the inverse, all undesirable qualities and characteristics will vanish. So nice, quiet, and suddenly I've got. If can understand everyone, that's very good. Arati will be soon. I have one question. Yes. You were given mercy without any condition. Other guru give mercy with some condition. What is the sole requirement to get your mercy? Because somebody is approaching guru who will make so many conditions. And somebody approaching guru like you who will give mercy without the conditions.
But what's your conditions that you require from soul that you want to give mercy to? I can say, Maharaj, that if someone wants to get the mercy of Srila Govinda Maharaj, then you try in any way, shape, or form to serve his Gurudev, Bhakti Rakak Sridhar Dev Goswami, then he will flood you with mercy. Вопрос Гуру Махараджа такого. Вы, Гуру Махарадж, даете милость всем безо всяких условий. Некоторые другие гуры, они выставляют некоторые условия, которые необходимо выполнить для того, чтобы получить милость. И вопрос таков. В чем же являются ваши требования по отношению к душе для того, чтобы вы дали ей милость? Гасан Махарадж говорит, что я могу ответить на этот вопрос. Если мы хотим получить милость Гуру Махараджа, то мы можем служить его гуру, Шили Шихару Махараджу, и тогда Гуру Махарадж просто переполнит нас, он пройдет на целый поток милости. And if anyone will expand the glories of Sri Chaitanya Sarasvat Math, like this beautiful temple here, they'll become the object of Srila Gurudev's mercy. И если кто-то будет распространять деятельность Шри Чайтанья Сарасвати Матха, будет помогать в этом храме, то он станет объектом милости Шрилы Гурудева. And we see three outstanding examples of that in recent time. The work of Sripad Avadhut Maharaj and Vijay Raman Prabhu and their serving group here. And the work of Sri Krishna Kanta Didi and her serving group in Italy, where they brought, by affection's force, they brought Maharaj out of India. Также деятельность Радха Канты Дитхи и Кришна Канта в Италии, где она построила ашрам, и благодаря своей деятельности она смогла даже вытащить Гуру Махараджа из Индии. And desire of Srila Guru Maharaj and Srila Gurudev in manifesting the glories of Sri Govinda Kunda. И также деятельность Ачарьи Махараджа, который выполнил волю, исполнил желание Шрилы Гурудева и проявил славу Кришнакунте. There are many examples of devotees and their divine service, but I've given three because the time is short. На самом деле этих примеров гораздо больше, но я дал всего лишь три, поскольку время наше ограничено.